Конференция на тему «Новые тенденции в текстильной промышленности» прошла в торговом комплексе «Текстиль-профи Москва». На мероприятии состоялась презентация компаний, работающих в отрасли, а также новых продуктов. Кроме этого, на конференции выступили представители Министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации городского округа Люберцы. Тюль, портьеры и мебельные ткани. Именно этой продукции была посвящена конференция в бутик-отеле Silky Way, организованной «Текстиль-профи Москва». На мероприятии российские текстильные компании получили возможность представить свой ассортимент. Французская сетка – это наша новиночка. Такая микросетка с блеском. Представлен весь ассортимент на данный момент. Кроме того, на конференции состоялась презентация деятельности компаний. Это позволило коллегам обменяться опытом и технологиями организации производства, продаж и условий труда. Мы являемся производителями не только домашнего текстиля под известным брендом «Мона Лиза», но и одним из крупнейших поставщиков тканей в России. Напрямую работаем с лучшими фабриками Турции и Китая. К деловому общению подключились представители общественных и правительственных организаций в сфере бизнеса и промышленности. Так, исполнительный директор Фонда поддержки внешней экономической деятельности Московской области рассказал о механизмах поддержки предпринимателей. Мы можем вам организовать бизнес-миссию в зарубежную страну. Соответственно, вопрос денег, естественно, всех волнует. С вас будет организация поездки в плане билеты проживания, с нас, например, на международной выставке будет организация стенда. Не дешевое удовольствие, но Московская область готова компенсировать это за собственный счет. О возможностях, которые можно получить, обратившись в администрацию городского округа Люберцы, рассказал начальник местного управления предпринимательства и инвестиций. Те, кто связан с производством и, допустим, приобретает какое-то оборудование свое, необходимое для производства, половину стоимости этого оборудования может безвозмездно от государства вернуть. То есть есть программы областные, которые 10 миллионов рублей, до 10 миллионов рублей, но не более половины затрат может вам вернуть безвозмездно. После официальной части экскурсия по торговому комплексу. Это шоурум текстильного объединения «Монолит». В длинных галереях с тканями всевозможных расцветок и видов гостей встречают опытные консультанты. «Текстиль-профи Москва» – это место концентрации многих компаний. Здесь находятся склады магазины с большим ассортиментом качественного товара. Мы работаем с 2003 года, мы объединяем текстильные компании. И на нашей базе всегда можно найти что-то новое, как начинающим предпринимателям, так и уже действующим серьезным организациям. У нас и география расширена, потому что у нас и представители из Китая, Туркменистана, Узбекистана, Турции, естественно. Нет той страны, где бы у нас не было этого представителя. Такие мероприятия стали для «Текстиль-профи» «Профи Москва» уже традиционными. Следующая встреча запланирована на 16 ноября. На этот раз конференция будет называться «Постельные принадлежности» или «Все для сна». Регистрация уже открыта. Яна Яковлева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.